очень рад вас видеть. С праздником вас, с праздником здоровья, благополучия, мира, добра вам всем. Сегодня с вас. С праздником. Уважаемый муфти, от всей души поздравляю вас и всех мусульман Республики Дагестан с окончанием священного поста и праздника Ураза-Байрам. Этот праздник отображает истинные традиции ислама, основанные на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и заботы о ближнем. Независимо от национальной религиозной принадлежности, которые отображаются примером грамотно выстроенных добрососедских отношений на земле, приютившей наибольшее количество народов, традиционно проживавших в Республике Дагестан. Федеральные органы исполнительной власти, в свою очередь, глубоко заинтересованы в продвижении развития отношений с духовными институтами гражданского общества для гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Примите искренние, добрые, сердечные пожелания, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия вам и развития УМИ. Ну и мы с Сергеем Алимовичем, когда сегодня утром встречались, мы справедливо, Сергей Алимович, заметил, что сегодня праздник не только для мусульман, но фактически для всей страны. И, наверное, мы этим отличаемся от всего мира, что в том числе религиозные праздники становятся общими для представителей всех конфессий, традиционно проживающих в нашей стране. Еще раз с праздником. Спасибо. Поздравляю. Спасибо.